Вот работа, давшая название выставке «Зима в Египте. Раскаленные пирамиды. Пальмы в снегу». Далеко не единственная провокация выставки. Прямо на открытии автор назвал ее «последней в нашем городе». Причина – никому это не нужно, ведь искусство у нас по-прежнему ценят лишь на словах. Выставка абсолютно ненужная и бездарная. И я очень расстроен, что я согласился на приглашение галереи «Ленин». Она не нужна, понимаете? У меня такое немножечко ощущение, что я исполнил свой супружеский долг с фригидными зрителями. Вот. Поэтому я обещаю, что это последняя моя персональная выставка в городе. А причина, как бы я там читаю книги, знаете, как какая-то есть пословица такая, она в рифму, что в последней книжке, то и на умнишке. Вот я сейчас читаю Пуанкаре, и там у него есть вот такая история, что если капнуть чернила в воду, в стакан с водой, то немедленно чернила, да, это соответствует принципу Карно. То есть все Вселенная распределяется равномерно. Энергия, материя и интеллект. Вот у нас как бы все становится, горы становятся ниже, моря мельче, а люди, значит, ну, как бы интеллектуально делят все, а население все растет, да, как говорится. Поэтому, чтобы как-то противостоять этому явлению, нужно все время вместе собирать до кучи. Собрать каплю чернила в воде не удастся. Но, может быть, себя удастся как-то до кучи сгрести. На самом деле ситуация в стране с культурой, мне кажется, она никогда не была хорошей. Это, ну, как бы какой-то большой такой вакуум в центре Европы. И никогда я надеялся, что она становится все хуже и хуже. Столь пессимистические воззрения автора никак не отражаются в его творчестве. Наоборот, отмечая зрители и специалисты, живопись Кургиняна, яркая и чувственная, говорит об ироничном мироощущении автора и его чувстве юмора. Она наполнена любовью к жизни. Я не верю в то, что это последняя персональная выставка, потому что, насколько я помню, обычно, когда происходят персональные выставки, господину Кургиняну каждый раз говорит, что она последняя. Тем не менее, муза его не оставляет, и он продолжает писать, что нас всех, конечно, очень радует. Я очень давно его знаю, я очень давно смотрю на эту живопись. И это замечательная любовь к цвету, и это замечательная пластика этой вот живописи. Смотреть на это всегда интересно и приятно. Ощущается, что человек жизнь на самом деле любит. Только любящий жизнь человек может так обращаться с цветом. Вот. Думаю, что выставка не последняя, и очень рада, что в галерее «Ленин» Новый год начинается с запорожского художника. Это просто прекрасно и это правильно, потому что на самом деле художники в Запорожье, разумеется, есть. Гагика Кургиняна в нашем городе знает не только как художника. Ювелир, бизнесмен, ресторатор – это все о нем. Кроме того, получил медицинское образование. Пробуешь немного, а не получается. А, думаешь, на что-нибудь другое, может, там получится. Знаете, вот я еще на скрипке не играл. Я не умею, никогда не учился, но думаю, попробую. Так и со всем остальным. А еще арт-кафе «Железный Феликс», без которого невозможно представить культурную жизнь Запорожья в 90-х, начале 2000-х, было его детищем. Кроме добрых воспоминаний, от Феликса остались эти медные листы. Должны были украсить его интерьер, а стали живописными полотнами. Я считаю, хороший художник – это человек, который находит новую правду. И только в эксперименте можно выразить новую правду, говорит Кургинян. А это самое оригинальное и необычное, что у меня есть. Как раз для галереи «Ленин», объясняет автор выставки. Но независимо от техники, все, что он делает, по сути, живопись. Я стремлюсь к очень простой, очень прозрачной, очень технологичной
живописи. То есть я занимаюсь живописью, потому что неизвестно, кто чем занимается, понимаете? То, даже те, кто рисует картинки, это не всегда живопись. Это какие-то анекдоты, какие-то истории, какой-то там на кого-то как-то. А я просто беру красочку, вот ее мешаю, такая легкая алхимия, и вот ой, как смешно, ой, как там, ой, как ой, прикольно. Я вот как бы так себе воркую. А когда этим занимаешься, то неважно, большая картинка или маленькая, есть там сюжет или нет, даже скорее он мешает чаще всего сюжету. Вот, ну, просто как бы так, да, алхимии, я бы сказал. Живописью Кургиняна запорожские зрители могут познакомиться еще несколько дней, после чего в галерее откроется выставка Петра Лебединца.